Такие хорошие дни на крайнем севере. На вес золота, правда, велик риск возникновения лесных пожаров. Свидетелем одного из них стала съемочная группа программы «Пульс города». Лес сегодня вспыхнул за речкой, что послужило тому причиной, и пока не ясно, возможно, брошенный кем-то окурок или непотушенный костер. Пламя распространялось стремительно, уничтожая на своем пути лесные насаждения. Площадь, пройденная стихией, составила примерно 50 метров. Ликвидировать возгорание удалось, не прибегая к помощи огнеборцев. Начавшийся дождь способствовал тушению.